Начнем нашу презентацию с Cisco Meraki, поэтому прежде чем мы перейдем к обзорной части, хотелось бы понять, кто уже знаком с этим решением или как минимум слышал, что такое Cisco Meraki. Можете, пожалуйста, поднять руки? Это важно. 30-40% уже знает, что такое Meraki. На самом деле на рынке Украины данное решение появилось не так давно, порядка, может быть, 1-1,5 года. Небольшая предыстория. Лет 6 назад компания Cisco приобрела ведущего поставщика облачных решений для построения корпоративных проводных и беспроводных сетей Meraki, внедрила в свое портфолио. И в этом портфолио Meraki заняла такую серьезную нишу, которая является одной из основных компонент архитектуры цифровых сетей. Если вы слушали вчерашнюю обзорную презентацию об архитектуре цифровых сетей, там одним из основных блоков было облако. На самом деле компания Cisco сегодня ставит очень большие ставки на облачные технологии, которые позволяют нашим заказчикам абстрагироваться от необходимости управления какими-то on-premises аппаратными решениями, абстрагируется от необходимости досконально изучать командную строку, набирать большой штат администраторов сетевых, и поэтому облачные технологии для таких заказчиков являются решением большинства их бизнес-задач. За все свое существование в решении Meraki успело разобраться порядка 100 тысяч организаций. Было построено порядка 700 тысяч сетей на базе оборудования Meraki. Охватывает практически весь мир. Около 2 миллиардов клиентских устройств побывало в проводном или беспроводном сегменте, которое было построено на базе оборудования Cisco Meraki. Какие же выгоды можно получить от внедрения облачных технологий? Во-первых, как мы уже сказали, облачный подход, он максимально старается отодвинуть роль человеческого фактора в настройке эксплуатации сети. То есть если в традиционном подходе мы напрямую зависим от IT-персонала, от администраторов, которые настраивают и поддерживают сеть, то в случае облачного подхода сеть управляется из облака. То есть какие-то ошибки в консольной строке, в кодах, они полностью исключены. Основное управление происходит через простой, доступный графический интерфейс, где вероятность совершить ошибку довольно низка. Помимо этого, время внедрения сетей, оно значительно сокращается. То есть как это выглядит? Приходит оборудование к заказчику, он включает его в сеть, делает в несколько кликов предварительную настройку, и оборудование связывается с облаком и начинает уже полноценно функционировать. Помимо этого, если выходит какое-то новое обновление, оно автоматически накатывается из облака на все устройства. Нет необходимости следить за тем, появился какой-то новый патч или же новая версия прошивки. Она отпадает. И все это происходит автоматически, без необходимости скачивания тех или иных обновлений. И, конечно же, отсутствие различных центральных компонент решений, например, таких как беспроводной контроллер, таких как какая-то система управления отдельного сервера, который управляет коммутаторами, либо же межсетевыми экранами, устройствами, которые находятся на периметре сети. Необходимость в таких системах, в серверных ресурсах, она также отпадает. Мы сегодня с вами будем также знакомиться с решением по видеонаблюдению. На стороне организации, которая приобретает видеонаблюдение от Cisco Meraki, устанавливаются только видеокамеры. То есть никаких серверов, никаких хранилищ не требуется устанавливать на стороне наших заказчиков. Поэтому данное решение является очень гибким с точки зрения масштабируемости, наращивания размеров сети. Оно происходит все в облаке.
Итак, что же такое Cisco Meraki? Это некое портфолио различных продуктов, начиная от беспроводных точек доступа, коммутаторов проводного сегмента, access уровня либо же уровня агрегации. Это устройства периметра, так называемые MX Security Appliance, которые ставятся на интернет либо же WAN периметре, обеспечивают связанность с внешними сетями. Это так называемая система MDM, System Manager, которая устанавливается на мобильные устройства сотрудников. И также это Meraki видеокамеры, которые не так давно появились в нашем портфолио. Решение портфолио Cisco Meraki развивалось с 2006 года. Поначалу были точки доступа Cisco Meraki. Собственно, из-за этого Meraki стала таким известным вендором до приобретения компании Cisco. Затем появились MS-коммутаторы, так называемые MS-серии. Далее MX Security Appliance, система System Manager, либо же решение MDM. Вот. На американском рынке также присутствует решение унифицированных коммуникаций, IP-телефонии. И в прошлом году мы стали свидетелем обновления портфолио за счет камер видеонаблюдений и центрального управления видеонаблюдением. Прежде чем мы начнем более детальный обзор решения, давайте попытаемся понять, какие же ниши занимает решение Cisco Meraki. Сразу скажу, это решение подойдет далеко не каждому заказчику, потому что у каждого заказчика могут быть определенные требования по кастомизации решения, по внедрению тех или иных технологий, которые в облаке могут не присутствовать. Изначально, когда решение Cisco Meraki выходило на наш рынок, оно позиционировалось как решение для небольших организаций с небольшим либо же слабым штатом IT-персонала. Соответственно, за счет простоты настроек, за счет быстроты внедрения, это решение быстро заняло нишу небольших компаний, таких, например, как отели, такие как какие-то сети ресторанов, магазинов, больницы и так далее. Но с развитием этого решения, с появлением все новых и новых возможностей, эта Cisco Meraki технология начала появляться и в других более серьезных организациях. Мы нередко являемся свидетелями того, что такая технология появляется в больших розничных сетях торговых, например, в тех организациях, которые являются территориально распределенными, ввиду того, что содержать штат, который обслуживает все удаленные офисы, довольно тяжело. И, например, при открытии нового магазина нет необходимости посылать какого-то квалифицированного сотрудника в этот магазин для того, чтобы он настроил роутер, либо же настроил точку доступа. Для этого существует решение Cisco Meraki, которое требует от монтажника всего лишь необходимость подключить ее к патчкорду. После этого настройка происходит автоматически, требуется лишь связь с интернетом. Поэтому решение Cisco Meraki, оно начало появляться даже в enterprise-сегменте, например, в удаленных бранч-офисах больших корпоративных сетей. Именно поэтому мы сегодня все чаще и чаще говорим и слышим о гибридных решениях, где в центральном офисе, в дата-центре развертывается enterprise Cisco решение, привычное нам, традиционное, на удаленных местах, либо же на уровне access доступа, например, там на wireless сегменте, либо же в сегменте access коммутаторов, мы встречаем Cisco Meraki продукты, которые взаимодействуют с решениями класса Cisco Enterprise. С точки зрения взаимодействия
На сегодняшний день уже удалось добиться того, что Cisco ICE работает с сетями Cisco Meraki. Как это выглядит? Например, пользователь подключается к Meraki точке доступа и должен быть помещен в определенный VLAN. В этом случае Cisco ICE является тем радиосервером, который интегрируется с облаком Meraki, посылает Change of Authorization, и пользователь после подключения попадает в тот VLAN, в который он должен попасть согласно политикам авторизации этой компании. Аналогично с системой управления Cisco Prime, сегодня, насколько я знаю, была презентация первая у Андрея Аврашко, он рассказывал, или вчера, я точно уже не помню, о том, как с помощью Cisco Prime мы можем управлять нашими проводными и беспроводными сетями. Так вот, в Cisco Prime есть возможность подключать Meraki устройства с помощью протокола SNMP и получать различные уведомления о событиях, которые происходят на точках доступа, коммутаторах, либо же security appliance'ах Meraki. Как выглядит архитектура? Архитектура очень простая. На стороне организации устанавливается устройство, будь это точка доступа, коммутатор, межсетевой экран MX, каждый из которых требует очень тоненький канал управления с облачным сервером. Мы знаем, что этот канал должен быть около 1 килобита в секунду для одного устройства. Соответственно, если у нас порядка 10 точек доступа, то 10 килобит в секунду будут эти точки доступа генерировать интернет-трафика для связи с центральной системой управления. Очень часто возникает у наших заказчиков вопрос, а уходит ли в интернет наш трафик? Ответ очень простой, нет, не уходит. Туда уходит только управляющий трафик. Например, если мы говорим о коммутаторах, то это различные настройки, касающиеся конфигурирования устройства с точки зрения настроек VLAN-ов, маршрутизации и так далее. То есть конфигурационные изменения, они, естественно, происходят через облако и уходят в интернет. С точки зрения Wi-Fi сети, опять-таки, трафик у нас коммутируется локально. В центр уходит только информация о радиоэфире, для того, чтобы центральное облако принимало решение, как точкам доступа изменять каналы, мощность и так далее. Вот. Но весь трафик коммутируется локально. Именно поэтому Meraki имеет сертификат первого уровня PCI, HIPAA, которая гарантирует конфиденциальность и сохранность всех данных, которые передаются в сетях наших заказчиков. Что касается масштабируемости, бывают ситуации, когда сеть расширяется до невиданных масштабов. Очень часто в традиционных решениях мы сталкиваемся с тем, что какой-то центральный сервер, либо же контроллер, он уже исчерпал свой лимит по емкости. В случае Meraki такого не происходит. Масштабируемость практически неограниченная, поскольку это облачная технология, и сам этот вот центральный мозг системы находится в дата-центрах и масштабируется практически неограниченно. То есть нет необходимости думать о том, что при развертывании и расширении нашей сети мы упремся в какие-то пороги. Этого не происходит. Как выглядит кампусная архитектура? На таком простом примере мы видим, что есть некоторое ядро, если оно есть в компании, которое мы предлагаем строить на оборудовании Cisco. Вот. Если эта сеть небольшая, то мы можем ограничиваться коммутаторами уровня агрегации Meraki. То есть Meraki MS-420 – это коммутатор агрегации, который поддерживает L3 протоколы и который может выступать ядром, либо же уровнем распределения кампусной сети. К данным коммутаторам агрегации подключаются коммутаторы уровня доступа, они поддерживают технологию стекирования, имеют возможность питать устройство по технологиям POE, POE+. Это коммутаторы серии MS-320, либо же MS-200.
К ним, в свою очередь, подключаются точки доступа. Индорные, аутдорные, если необходимо. Вот, портфолио точек доступа мы также рассмотрим. На периметре у нас ставятся устройства MX-серии. В зависимости от полосы пропускания, от количества пользователей, мы выбираем ту или иную модель, которая будет обслуживать наши VPN-туннели, наш доступ в интернет с точки зрения фаерволинга, IPS, контент-фильтринга и защиты от вредоносных кодов. Очень часто также возникает необходимость в таких компонентах, как радиус-сервер, LDAP, Active Directory, где будет храниться база наших сотрудников, система DNS, DHCP, Certificate Authority и так далее. Здесь в архитектуре Meraki есть определенная гибкость. Мы можем использовать радиус-сервер как тот, который у нас уже есть внутри нашей сети, так и радиус-сервер, который находится в облаке. Аналогично с DNS, Certificate Authority и другими компонентами. То есть в зависимости от того, какие у вас требования к, например, авторизации, аутентификации, если у вас находится Cisco AIS, да, нет необходимости использовать радиус-сервер, который находится в сети Meraki. То есть мы можем использовать Cisco AIS для аутентификации, вот, и, соответственно, не использовать радиус-сервер в облаке. Управление всеми устройствами проходит через единый дашборд. У меня сегодня в планах, я надеюсь, у нас хватит на это времени, познакомить вас с дашбордом. То есть мы посмотрим, как он выглядит на живой сети Meraki, которая у нас развернута, в частности, в Сан-Франциско. Мы посмотрим, как мы управляем нашей беспроводной сетью, коммутаторами, межсетевыми экранами, видеокамерами, видеонаблюдения. Посмотрим, что мы можем получить из этой системы. Так или иначе, это единый дашборд, который доступен через интернет, через веб. Под каждого пользователя создается учетная запись, под каждую организацию создается учетная запись. Внутри он может создать несколько сайтов, несколько сетей так называемых и оперировать уже настройками, мониторингом этих конкретных участков своей сети. Портфолио продуктов. Началось все беспроводных сетей, поэтому мы начнем свой обзор именно с беспроводных точек доступа. Портфолио довольно широкое. Для неискушенных заказчиков есть еще точки доступа класса 802.11n, так называемые MR18. Есть точки доступа с поддержкой стандарта AC первой волны, индоровские 32 и 34, да, 34 используются в сетях более высокоплотных, 32 менее высокоплотных. И так называемые уже точки доступа с поддержкой Wave 2, в зависимости от требований поддерживают либо 80 МГц каналы, либо же 160 МГц каналы, которые являются опциональным требованием стандарта 802.11 Wave 2 AC. Вот. И эти два класса точек доступа, они позиционируются как высокоплотные, то есть они имеют 4 приемника, 4 передатчика. Вот, и одна из них даже может подключаться единым кабелем по технологии Multiple Gigabit Ethernet. То есть если коммутатор поддерживает порт MGIG, мы можем одним кабелем эту точку подключить, и скорость передачи на таком канале, на таком линке будет 2,5 гигабита в секунду. То есть мы можем весь трафик, который приходит из эфира, выпускать в сеть без какой-либо переподписки. То есть точка доступа ее... Порт не является бутылочным горлышком в данном случае. Аутдоровское портфолио, оно также включает в себя еще N-овские модели 62 и 66. Вот, и новые модели AC, Wave 1 и Wave 2. Самая продвинутая из них это MR84 для сред высокой плотности. Включает в себя поддержку Multi-User MIMO, что диктуется стандартом Wave 2. Вот, и поддерживает 3 приемника, 4 передатчика и 4 пространственных потока в соответствии. Набор антенн для внешних точек доступа. Хочу отметить, что внутренние точки доступа, они все имеют интегрированные антенны, то есть предназначенные для офисного использования. Если нам нужно покрыть какой-то склад, мы используем либо цисковское портфолио, либо вот внешние наружные точки доступа, где есть возможность выбрать
более специфические антенны. Какие особенности у решения Meraki MR точек доступа? Значит, все они управляются через облако, как я уже сказал. Нет необходимости устанавливать выделенный контроллер. Трафик коммутируется локально. В центр уходит только контрольный управляющий менеджмент трафик, так называемый. Значит, одна из точек поддерживает multiple гигабит Ethernet, то есть может подключиться на 2,5 гигабита в секунду по одному кабелю UTP-шному. То есть если у вас уже заложена кабельная инфраструктура, один кабель идет на потолок, да, нет необходимости прокладывать второй кабель, можно подключиться по одному кабелю на 2,5 гиг. Важно, чтобы и коммутатор, и точка доступа поддерживала технологию multiple гигабит Ethernet. Поддерживается решение аналитики CMX, то есть возможность отслеживать количество посетителей, проходящих мимо, либо тех, кто зашел в нашу организацию, отслеживать маршруты, среднее время нахождения внутри нашего здания, возможность блокировать те или иные приложения, которые передаются по беспроводной сети, соответственно, мониторить, да, какой из клиентов, какой трафик передавал с точки зрения приложений, будь то Skype, торренты и так далее. Есть выделенное так называемое security radio, которое позволяет без ущерба тому трафику, который передается в сторону пользователей, мониторить эфир на предмет безопасности. То есть если появляются какие-то нелегитимные точки доступа, либо же какая-то точка доступа выступает в роли приманки и переманивает на себя ваших беспроводных клиентов, то такой так называемый security monitor, он будет отслеживать эти события и оповещать вас о нахождении нелегитимного устройства в рамках вашей сети. Базовые возможности по радиопланированию, то есть возможность загрузить карту сети, произвести масштабирование ее, привязку к вашему масштабу и разместить на карте точки доступа. То есть вы будете понимать о том, где находятся ваши точки и какое примерно покрытие они моделируют. Хочу подчеркнуть, здесь речь идет о моделировании покрытия, то есть не о том, как это все происходит на самом деле, да, то есть как распространяется сигнал. Здесь используется базовая мат-модель, то есть вы можете получить ориентировочную информацию о том, как реализовано покрытие вашей сети. И аналитика, о которой я уже упомянул, так называемая аналитика по повторяющимся визитам, по новым пользователям. Это важно, например, для таких организаций, как торговые центры, рестораны, которые с помощью различных маркетинговых активностей следят за тем, как изменяется поток клиентов в эту организацию. Некоторые модели точек доступа, они содержат в себе Bluetooth-маячки. Наверное, вы слышали о том, что сегодня многие локационные сервисы, они внедряются с помощью Bluetooth-маячков, либо же так называемые Bluetooth Low Energy маячков. Сегодня мы на третьей презентации, для тех, кто останется, будем детально разбирать технологии, которые позволяют вычислять местоположение в сетях Wi-Fi, в частности с помощью Bluetooth, как отдельное рядом стоящее решение. Так вот, в данном случае Cisco Meraki точка доступа, она может излучать Bluetooth Low Energy сигнал, проходя мимо которого мобильное устройство с установленным приложением будет иметь представление о том, где оно находится. То есть мы знаем, что у нас точка расположена там возле этого магазина, клиент проходит, получает сигнал от Bluetooth устройства и понимает, что он находится возле этого магазина, поскольку в приложении уже забиты координаты именно этого Bluetooth-маячка. Соответственно, здесь можно и послать ему уведомление на смартфон о том, что ему какая-то скидка гарантирована, либо же какое-то другое рекламное сообщение. Так вот, на точке доступа есть Bluetooth-маячок, который позволяет использовать точку доступа в двух назначениях, как Wi-Fi-точку, так и Bluetooth-бикон. В клауде доступен портал, который позволяет аутентифицироваться пользователям как по социальным сетям, так и с помощью регистрационных форм, либо же SMS-сообщений.
То есть просмотр рекламного сообщения при первом входе в сеть, возможность заполнить анкету, возможность получить сгенерированный пароль через SMS, а также аутентифицироваться через социальные сети, такие как Facebook. То есть, если у организации есть своя Facebook-страничка, это очень удобно. После того, как клиент заутентифицировался через Facebook, автоматически на этой страничке появляется информация, что такой-то человек зашел, лайкнул ее и так далее. После этого мы можем получать определенную демографическую аналитику от Facebook, которая проводится в их программе Facebook Insights. Далее, второй компонент портфолио – это так называемые Next Generation Firewall, Next Generation IPS, антималвея система, Cisco Meraki MX серия. Данное решение является комплексным, где-то чем-то похоже на решение Cisco Firepower, по тому, как происходит аналитика выявления Zero Day Attack. Содержит функционал маршрутизации, в основном это static routing, это поддержка OSPF маршрутизации, и самое важное, это поддержка policy-based routing, который работает динамически. То есть система позволяет отслеживать загрузку основного резервного канала и посылать те или иные типы трафика в тот канал, который является более приемлемым для данного типа трафика. Все модели имеют резервные интерфейсы для подключения 3G, 4G донглов. Вот. И механизм безопасности включает в себя Next Generation Firewall, Next Generation IPS. Все сигнатуры находятся у нас в облаке и настраиваются автоматически облаком. Возможность настраивать QoS, Traffic Shaping и фильтровать трафик для тех или иных категорий клиентов, которые у нас находятся в сети. То есть кому-то там разрешать, например, доступ к социальным сетям, кому-то запрещать. Также поддерживается функционал VPN, поддерживается кластеризация Active Standby, об этом мы также поговорим, и поддерживается мониторинг активности по трафику, по приложениям и по пользователям. То есть мы можем оценивать на протяжении временного промежутка о том, как у нас менялась картина и профиль трафика. Что касается отказоустойчивости, поддерживается так называемый кластер HA пара. Один из MX appliances является основным, второй является бэкапом. Запускается механизм VRRP в сторону локальной сети. В случае, когда у нас меняется primary и backup, у нас VRRP отрабатывает для того, чтобы внутренние устройства поменяли представление о том, кто у нас является default gateway для выхода в интернет. Что касается лицензирования, то кластер в данном случае имеет одну лицензию для HA пары. То есть нет необходимости приобретать лицензию для обеих устройств. В том числе поддерживается проводной логин через Facebook. То есть если клиенты подключаются проводом, и мы хотим создать некую гостевую сеть проводную, мы перенаправляем их запросы на MX Appliance, так как это примерно происходит в Wi-Fi сегменте. Они аутентифицируются через Facebook, вот, и получают доступ согласно той учетной записи, которая находится в Facebook. Также мы можем проводить различную аналитику для проводных клиентов, вот, и подключаться к различным внешним системам с помощью API. Что касается Advanced Malware Protection, у нас уже вчера, сегодня коллега Павел Родионов наверняка рассказывал про систему Cisco Firepower, которая имеет один из наиболее совершенных механизмов по обнаружению вредоносных кодов. Наиболее опасные так называемые zero-day атаки, которые проникают в нашу сеть и остаются незамеченными. Основная задача – такие атаки отследить как можно быстро. Для этого Cisco AMP на системе MX, Meraki MX,
имеет технологию детектирования по слепку. То есть каждый файл, который проходит через внешний периметр, через MX Appliance, с него снимается определенный слепок, это обычно какой-то хэш. Он проверяется на предмет известности или же неизвестности файла. Если файл известный, то его либо пропускают, либо же сразу же блокируют, в зависимости от того, является ли он известным вредоносным, либо же известным невредоносным. Если файл неизвестный, то этот слепок отправляется в облако для дальнейшего анализа, так называемую песочницу. После того, как этот анализ произведен на протяжении некоторого времени, либо же где-то эта атака появилась в другом конце земного шара, либо же к этому файлу еще подключилась какая-то другая активность внутри сети, например, этот файл начал какое-то сканирование внутри сети производить, то, естественно, эти данные также анализируются облаком и меняется диспозиция этого файла. То есть если он раньше был неизвестным, то сейчас он становится известным и каким-то зловредным. Да? То есть поменялась диспозиция, этот файл автоматически в облаке уже числится как зловредный. Все клиенты Cisco Meraki получают информацию о зловредности этого файла. Таким образом, атака уже не становится атакой нулевого дня, она становится известной. За счет этого мы можем значительно сократить время обнаружения и распространения всех неизвестных атак внутри нашей сети. SD-WAN, так называемый, позволяет нам автоматически выбирать каналы для передачи трафика, автоматически настраивать QoS. То есть если мы видим, что у нас передается какой-то высокочувствительный трафик, у нас есть два канала, один 3G, второй проводной, анализируется latency, анализируется вариация задержки, jitter. Вот. И на основании этих параметров принимается решение, куда мы отправляем тот или иной трафик. То есть если мы видим, что у нас jitter вырос, это недопустимо для передачи голосового либо же видеотрафика, мы начинаем использовать бэкап-канал, где эти параметры лучше. И наоборот. Соответственно, какой-то трафик начинает уступать более высокоприоритетному и начинает, например, смещаться в сторону бэкапного канала. Все это входит в концепцию SD-WAN, которая работает на MX Appliance. Портфолио Meraki MX включает в себя 7 устройств, начиная от самого маленького Z1, так называемого, для mobile телеворкеров, который может содержать от 1 до 5 пользователей. Ну и далее мы смотрим по производительности, по ориентировочному количеству юзеров, то есть производительность в данном случае имеется в виду firewall. Помимо этого есть еще производительность VPN. При выборе того или иного MX Appliance нужно учитывать также и VPN производительность данного устройства. Наиболее продвинутые, наиболее производительные это MX400 и MX600, рассчитанные на 2000 и, соответственно, 10 тысяч юзеров. У MX600 производительность VPN выше, чем у MX400, хотя производительность Firewall у них совпадает. Лицензирование MX Appliance производится в двух видах. Первый – это базовая Enterprise лицензия, так называемая, которая включает в себя Next Generation Firewall, возможность построения VPN-туннелей, протоколы маршрутизации. Соответственно, вот эта концепция SD-WAN сюда также входит, то есть возможность динамически выбирать тот или иной маршрут веб-кэширования и возможность контролировать те приложения, которые передаются в интернет-сегмент. Если нам нужна более глубокая инспекция пакетов, защита от антималвея, от атак нулевого дня, мы дополнительно должны приобрести так называемую Advanced Security лицензию. Данные лицензии являются не перманентными, они основаны на подписке. То есть минимальный срок подписки 1 год. Можно также приобретать сразу пакет на 3 года, на 5 лет, 7-10. Вот, и это будет дешевле в удельном понимании. Что касается коммутаторов доступа, здесь разнообразие
коммутатора включает в себя 8-портовые, 24-портовые и 48-портовые модели, поддержку POE, возможность иметь 1-гигабитные либо же 10-гигабитные оплинки, поддержку Multiple Gigabit Ethernet на одной модели. В частности, на MS-350, на наиболее новой модели, есть поддержка Multiple Gigabit Ethernet портов для подключения точек доступа по одному кабелю на скорости 2,5 гигабита в секунду. Для агрегации используются MS-400 модели, они включают в себя поддержку маршрутизации. В MS-320 и 350 есть только Inter-VLAN роутинг. То есть на аксесс-уровень мы ставим MS-220, либо же 320, или 350. На уровень агрегации мы ставим MS-400. Одна из самых, наверное, интересных новинок, которая появилась в портфолио Meraki, это камеры видеонаблюдения, которые включают в себя две модели с локальным хранилищем на 128 гигабайт, то есть порядка 20 дней хранения видео мы можем обеспечить локально. Видео записывается в формате 720p и порядка 5-мегапиксельный сенсор расположен на этих камерах. Значит, в отличие от традиционной модели, когда требуются различные дополнительные компоненты, например, для развертывания управления системы видеонаблюдения, для хранилища. В случае с Cisco Meraki у нас все просто. У нас есть локальное хранилище на камере и есть централизованное облачное хранилище, куда загружаются различные уже исторические записи, которые сгенерировала каждая камера. Соответственно, если мы хотим просмотреть ту или иную запись, и эта запись находится на камере менее 20 дней, то есть находится в локальном сторидже, происходит локальный обмен трафика между пользовательским терминалом, обычным компьютером, да, и камерой видеонаблюдения, которая находится в нашей локальной сети. Если нужно посмотреть какую-то старую запись, идет доступ в облако, где находится более глубокий архив. Значит, как я уже сказал, 5 мегапикселей, 720p, high definition, переменное фокусное расстояние от 3 до 10 мм, широкоугольный объектив. И есть две модели. Первая – это индоровская MV21, питается по POE 10 Вт, 11 Вт, то есть обычная POE достаточно. Либо же вторая модель аутдоровская, POE Plus, порядка 22 Вт, нужно обеспечить ей питание. Дополнительные функции, которые доступны в дашборде, мы сегодня их успеем посмотреть, это так называемая аналитика по передвижению, тепловые зоны. То есть если кто-то зашел в данную зону, мы изменили тепловую диспозицию и можем понять, что здесь происходило какое-то передвижение. Возможность организации видеостены, то есть настройка, кастомизация. Мы хотим, например, на эту видеостену вывести 4 камеры, на эту видеостену 10 камер. И внутри системы управления мы можем конфигурацию видеостены менять. То есть для персонала, который отвечает за физическую безопасность того или иного здания, мы можем создавать разные конфигурации видеостены. То есть разное количество камер загружать для просмотра соответствующего персонала. Панель управления, не буду долго останавливаться, лучше ее показать будет. Да? То есть есть центральный дашборд, где происходит доступ ко всем устройствам Cisco Meraki, которые доступны в нашей сети. Здесь настраиваются и Wi-Fi политики, и проводные политики, протоколы маршрутизации, протоколы доступа, параметры доступа в сегмент интернет, настройки видеостены, настройки камер наблюдения и так далее. Пример, как настраивается правило Next Generation Firewall для блокирования тех или иных типов трафика. В частности, какие-то развлекательные программы можно заблокировать либо же разрешить.
quality of service позволяет маркировать, приоритизировать и шейпить разные виды трафика в зависимости от того, к какому классу они принадлежат. Общие отчеты по Wi-Fi, по трафик, по использованию трафика, по приложениям, по аналитике беспроводных сетей также доступны. По клиентам, по их активности, сколько скачали, сколько пробыли в сети, в проводной, беспроводной, также есть в этой системе. Ну и есть еще мобильная версия Meraki Dashboard, то есть для тех администраторов, которые много передвигаются, путешествуют, да, и хотят всегда иметь доступ к системе управления, им есть возможность загрузить мобайл Meraki Dashboard и производить все управление, мониторинг с мобильного устройства.